всех участников маневров. В маневрах задействован личный состав двух военных округов и двух флотов Сианского. Более активный этап маневров. На одного линейного дистанции. Детально, всесторонне проверяются ключевые. С 11 по 15 размаху. Договор численности привлекаемых органов управления войск. В небе над полигоном Цугол и Народной освободительной армии Китая. Полевой герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев. За освобождение Маньчжурии указом Президиума Верховного. На марше военнослужащие 40-й. Отдельный, дважды краснознамя, вами личный состав десантно-штурмового батальона 155 были удостоены государственных наград. К трибуну. Гайлен зуцен ю 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. В голове Василий Жарков. Предшественником формирования является 5-й гвардейский кавалерийский корпус. Мотострелковой бригады. Возглавляет колонну командир танковой роты года. Корпус переформирован в 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию, знамёной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой бригады. Колонну танков, слаженности и подготовленности личного состава бригаде удалось добиться высокого принял участие в параде победы на Красной площади. Перед вами проходят расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Санцепёк» с транспортно-заряжающими машинами войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа. В голове колонны командир огнеметной роты 26-го полка капитан Константин Громаков. Военнослужащие полка становились двукратными призерами всеармейских соревнований огнеметчиков «Белое солнце». По спектру решающих задач и боевой эффективности ТОС-1А не имеет аналогов в мире. На марше боевая техника соединений ракетных войск. Первыми в составе колонны проходят расчеты 3-й ракетной бригады. Возглавляет колонну командир батареи капитан Владислав Колос. Бригада оснащена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», являющимися гордостью российского военно-промышленного комплекса. И пока единственным оперативно-тактическим ракетным комплексом в мире, способным запустить сразу две ракеты с одной пусковой установки. К трибунам приближается расчет 107-й ракеты.